Шалом, дорогие друзья! Сегодня 22 июля 2013 года. И снова произошла невероятная встреча в моем путешествии. Встреча с старыми друзьями Володей и Аурикой Заяц. Володя приехал ко мне в Портленд, Орегон, и забрал меня в Ванкувер, штат Вашингтон. И сейчас вот мои черешни. Аурика накормила вкусными голубцами домашними, шубой украинской зимней с селедочкой. И замечательно проводим время в молитве, в общении, наслаждаемся чудесами Божьими и благодарим Господа за все, что Он делает в нашей жизни. Володя, скажи пару слов для зрителей нашего канала, пожелания, какие впечатления от встречи? Для кого? Для кого? Для меня, для родных моих, для близких. Для тебя. Ну, спасибо, Людмила, что ты к нам приехал. Показал милость. Посетил стариков. Ну и нет большей радости для нас слышать о том, что наши друзья, друзья детства, юности, Господи, служат Богу, искренне служат, трудятся для Господа. Время проходит, слышим, что землю покидают наши друзья, отходят к Господу. Хочется, чтобы в вечности мы все встретились, все были пред нашим Господом, служили Господу в чистоте, доброй своей совести, не позорили веру, веру наших отцов, церковь, где мы выросли, получили воспитание, учение здоровое, чтобы нам верными остаться в Господе. Мое пожелание, чтобы мы всегда помнили, кто мы есть на этой земле, для чего нас создал Господь, для чего мы живем. Пусть вас Бог благословит. Приезжайте, будем рады встрече. Аминь. Спасибо большое. Это был Владимир Заяц из Вашингтона, Ванкувер.